Кошечки, кисочки, у вас столько мест, чтобы вы спали, лежали. А куда вы? А вы все новые и новые находите. Вот теперь на гладильной доске, да? Теперь на гладильной доске ваше место. Ой, беда с вами, беда. Мы вам столько всего наделали, а? Столько вам всего наделали. Иди вон туда. Дай сторонку-то, давай, давай. Давай будем вместе, но в сторонке стой. Вот выгоняю, выгоняю. Всем привет, девочки, мальчики. Сегодня вновь в нашей семье, в нашем доме, наш любимый Василек. Но, правда, в нашем доме он только на то время, пока сделает на него обзор. А потом это все уедет в семью, к сыну. Это для них весь заказ. Ну и кошечки возле меня, конечно, трутся. Сейчас я это все распакую на немножечко, покажу. Здесь примерки никакой нету. Здесь единственный есть халатик. Это Оля невестка взяла для своей мамы. И вот его открою, так покажу внешне. А на картинках я поставлю, конечно, рисунок постельного белья. И когда буду монтировать, покажу внешне, как выглядит постельное белье. Рисуночек где-нибудь ставлю. Это одеяло луговые травы. Цену тоже подпишу. Вот поближе покажу одеяло. Смотрите, какое оно тонкое. Это двухспальное оно. 200 на 220. Уже испробовали его однажды. Вот такое же одеяло. Оно такое легкое. Так хорошо стирается в машинке. Вот мы теперь настолько влюбились вот в эти одеяла. Вот это то, что нам надо в жизни. Вот правда. Они вот так тонкие, легкие, в то же время очень теплые. Прям, ну, спасибо, спасибо создателям вот таких вещей. Конечно, это здорово. Это очень приятно иметь в доме, приятно этим пользоваться. И еще раз спасибо, спасибо. Вот, постельное белье. Семейный комплект. На молнии. Сейчас мы, конечно, любим на резинках, чтобы все просто не были. И еще и на молнии плюс, чтобы и пододеяльник, и наволочка все застегивались. Мы уже любим, чтобы удобно одевать, удобно снимать, удобно пользоваться, чтобы ниоткуда ничего не выпадало. В общем, уже нужно так. И резинку надо, и молнию надо. Вот двухспальный комплект тоже на молнии. Ну, полотенца, наверное, всем уже известны. Всем известно, Туркменистан. Уже тоже испробованы на миллион раз. Тут уже без вопросов. Тут уже можно спокойно про них говорить, что это очень хорошего качества, мягкие, воду впитывают прекрасно, стираются хорошо, пользоваться можно, и пользоваться этим можно много лет. Вот такое же полотенчико зелененькое, маленькое только, не буду открывать, 50 на 90, цену только подпишу. Вот такие полотенчики, кофе. Вот овощи, фрукты и лаванда. Классные, просто классные. Пользуемся уже. Я с Васильком сотрудничаю уже 2 года. 2 года пользуемся. Какие-то выходят из строя. Убираем, но это стоит. Покупаем другие, но это стоит очень недорого. Поэтому можно покупать бесконечно, часто. Вот такой халат. Ну, правда, вот научились же делать они вот такой вот тонкий трикотаж, он немножко тянется. Такой приятно, даже рукой-то трогаешь, приятно. Это Оля взяла для своей мамы. Классный. 56 размера. С размерами они всегда совпадают. Здорово, красивый. Так. Это шорты для моего старшего сына. Вообще классные. У меня уже младший сын такие шорты покупал. Я Эльгизу тоже покупала.
Хорошие, хорошо носится, хорошо стирается, ничего не вытягивается. Трикотаж просто замечательный, просто замечательный. Так, здесь детские вещи для моего внука, их сына. Вот такой джемперок. Классный. Вот такой джемпер. На молнии. С начесом. Тепленький такой. Вообще замечательный. Вот. Футболочка. С мотоциклистом. Хорошо, конечно, идут в ногу со временем. Еще одна красивая футболка. И вот такая есть. И вот такая. Вот. Это для малыша. Вот такие носочки. Тянутся. Прелесть. Просто прелесть. Правда, на картинке нарисована девочка. Но у нас для мальчика. Написано «Носки подростковые». Черненький, синенький. И все. А это носочки тоже Оля взяла себе. Ну, простые, обычные носочки. Капроновые, летние. О, кстати, какие красивые это. Давайте-ка выдернем один носочек. Такие нежные-нежные. Ой, конечно, не с моими заусенцами. Они тоже очень недорогие. Ну вот и весь обзор прекрасный. Спасибо, любимый Василек. Ты нас не перестаешь радовать, удивлять, одевать, снабжать очень хорошими, качественными товарами. Процветай. Будьте здоровы все работники этого магазина. Обязательно работайте, трудитесь на благо людей и всего вам доброго. Моим подписчикам и гостям моего канала тоже желаю огромного здоровья, прекрасных-прекрасных солнечных дней на это лето. Заходите по ссылке на этот сайт, кто еще не знаком с Васильком. Ссылка на этот магазин будет под этим видео внизу. И всем пока-пока. До новых встреч!